Доброе утро! Доброе утро, друзья! Доброе утро! Сегодня мы с вами приготовим плов с говядиной. Знаете, вот захотелось именно с говядиной. Ну что, две луковицы порезали вот такими полукольцами. Две морковки порезали брусочками. А пиалочка риса басманского. Говядинка вот такими кусочками. Посмотрите, какая она сочная, красивая говядинка. И наши любимые специи, которые нужно для плова. Ставим казан на огонь, раскаляем подсолнечное масло. И туда мы отправляем лучок. Как красиво лучок играет. Сейчас он чуть-чуть поджарится. Прям такой красивый будет. Мы сюда отправим мяско. Красота! Ах, как аппетитно! Журчит мяско. Аппетитное такое. Раскаленное маслице. Просто. Уже такие прям запахи. Хочется уже сырое съесть. Ну, сейчас сюда побежит морковочка. Следом за мясом. Еще минуток 5 выдержим. И побежит морковочка. 8 минуток примерно. 8-10 минуток. Мы мяско прожарили. Ну и также морковочку. Сейчас мы сюда добавим все специи приготовленные. Зальем кипятком. И где-то будем на медленном, убавим огонек. И будем на медленном огонечке тушить минут 40. Но до полуготовности мяса. Ну, практически 40-45 минут. Сейчас мы все специи подготовленные засыпем. Я вам здесь говорила, для плова зира, куркума, перец, немножко паприки. И вот на этом этапе сейчас перемешаем, зальем кипяточком, добавим сольки, убавим огонек и будем где-то минут 40. Кипяток залили, убавляем огонечек. Открываем крышкой. Ребята, прошло 45 минут. Я попробовала мяско. Мягкое. Тает, представляете? Просто вот о, вкусняшка, вкусняшка. Ну и что нам остается? Промытый рис опустить к нашему мясу. Сейчас мы все разровняем. Конечно, мешать теперь мы уже ничего не будем. Посмотрим по количеству воды. Значит, маловато. Значит, мы сейчас добавим сюда кипяточка, чтобы буквально на сантиметр полтора рис у нас утопал в бульончике. Ну и что? И где-то минут на 40 с вами распрощаемся. Ну, вот так я долила водички. Ничего, самое главное, не перемешиваем. Сейчас дождемся закипания. И на медленном огне еще минуток 45 под крышечкой. А в середине процесса, где-то минуток через 20, мы обязательно в серединку опустим головочку этого чесночочка. Вот. В процессе приготовления смотрим, чтобы у нас рис хорошо не перемешиваем, хорошо уваривался, а в конце аккуратненько перемешаем лопаточкой. Видите, первые бульки пошли. Значит, все. Убавляем огонек, закрываем крышечкой и ждем. Осталось уже самое-самое томительное, потому что ароматы на кухне обалдевающие. Какие ароматы-то у нас здесь? Какие у нас здесь ароматы? Ай. Все.
наш волшебный плов готов. Сдвигаем все к серединочке. Все перемешиваем. Я уже сверху рисик попробовала. Он уже такой, знаете, все готовый. Сольки хватает, специй хватает. Друзья, я приглашаю вас на плов с говядиной. А если по-честному, то это была лосятинка. Но она экологически чистая, мясо и вкусненькая. Посмотрите, какая красота. Какая красота. Мяско уварилось. Красота. Все, друзья. Плов готов. Я, конечно, не профессиональный такой, вы знаете, кто готовит плов. Но это получился рисинка к рисинке. Такой вкусненький. Мяско мягкое. Я вас приглашаю. А мы остаемся с вами. И желаю вам всего самого доброго. Всего самого благополучного. Самого главного здоровья. И мира, мира, мира. А мы остаемся с вами. Лариса и Сергей.